Да-да, ты права, Ирина. Ты чертовски права. Но что делать? Что делать? Это ты сам должен решить, Андрей. Я знаю только одно. Так дальше все это продолжаться не может. Но почему? Почему все так вдруг, а? Что-нибудь случилось? Произошло? Нет, нет, ничего. Ничего. Ты что-то скрываешь, не договариваешь. Может, ты не любишь меня больше, Ира? Нет, люблю, Андрей. Ужасно люблю. Но я не хочу больше видеться с тобой украдкой, тайно. И, может быть, когда-нибудь иметь ребенка. Я понимаю, я все понимаю, родная. Но что я могу сделать? Что я могу? Ты же знаешь, как все это сложно, трудно. Черт! А мне легко! Мне легко! Боже мой! Неужели ты думаешь, что мне все равно, когда посматриваю на часы, ты спешишь от меня туда, домой, в свою семью? Но ты же знала об этом, Ира! Знала! Да-да, конечно, конечно знала! Я даже, когда ты уходишь, шучу, улыбаюсь, смеюсь. Но если б ты только знал, как я страдаю и мучаюсь, когда остаюсь одна, как мне тяжело, обидно, горько, больно. Ей действительно не 18 лет. В конце концов, нужно смотреть правде в глаза. Еще утром она ясно понимала смысл своей жизни. Была цель, была наука. И вот все рухнуло. Одна. Позвольте узнать, Дарья Ивановна, вы кого-нибудь ожидаете? Жду. Можно узнать кого-с? Вы любопытны. Впрочем, вы не болтливы, я могу вам сказать, кого я жду. Графа Любина. Как? Этого богатого помещика, который недавно приехал к себе в именец? Его. А их сегодня у Кулешкина ждут. А вы разве с ним знакомы? Теперь нет. А стало быть, прежде? Вы меня расспрашиваете? Извинитесь. Впрочем, и я глуп. Ведь он же, наверное, сын Екатерины Дмитриевны, вашей благодетельницы. Да, моей благодетельницы. Вы ему скажите, что мне нужно переговорить с графом для его же пользы. Понимаюсь. Вы понимаете? Я на вас надеюсь. А вы можете, если хотите, прогуляться с ним немного? Ну, конечно, отчего же не прогуляться? Да. А теперь оставьте меня одну. Слушаюсь.